Привет, друзья! Сегодня мы будем читать книжки. Прожорливый башмак. В детской за сундуком лежал медведюшка. Его туда закинули, он и жил. В столе стояли оловянные солдаты с ружьями наперевес. В углу, в ящике, жили куклы, старый паровоз, пожарный с бочкой, дикая лошадь без головы, собачка резиновая, да собачка, которая потерялась, полон ящик. А под кроватью валялся старый нянькин башмак и просил каши. Когда нянька зажигала ночник на стене, говорила: «Ох, грехи!» и валилась на сундук, слетал тогда с карниза зазимовавший комар и трубил в трубу, которая у него приделана к носу. «На войну! На войну!» И тотчас выпрыгивали из стола солдаты, солдатский генерал на белом коне и две пушки. Из-за сундука лез медведюшка, расправлял четыре лапы, а с ящика в углу соскакивала крышка, выезжал оттуда паровоз и на нем две куклы – Танька и Манька. Пожарный катил бочку, собачка резиновая нажимала живот и лаяла, собачка, которая потерялась, нюхала пол и скребла задними лапами. Лошадь без головы ржала, что ничего не видит, и вместо головы у нее торчал чулок. А после всех вылезал из-под кровати нянькин башмак и клянчил: «Каши, каши, каши!» Но его никто не слушал, потому что все бежали к солдатам, которые, как самые храбрые, бросались вперед к пузатому комоду. А под комодом лежала страшная картинка. На картинке была нарисована рожа с одними руками. Все смотрели под комод, куклы трусили, но под комодом никто не шевелился. И куклы сказали: «Только напрасно нас напугали, мы пойдем чай пить». И вдруг все заметили, что на картинке рожи нет, а рожа притаилась за ножкой комода. Куклы тотчас упали без чувств, и паровоз увез их под кровать. Лошадь встала на дыбы, потом на передние ноги, и из шеи у нее вывалился чулок. Собачки притворились, что ищут блох, а генерал отвернулся, так ему стало страшно, и скомандовал остаткам войска: «В штыки!» Храбрые солдаты кинулись вперед, а рожа выползла навстречу и сделала страшное лицо. Волосы у нее стали дыбом, красные глаза завертелись, рот пополз до ушей и щелкнули в нем желтые зубы. Солдаты разом воткнули в рожу 30 штыков. Генерал сверху ударил сабли, а сзади хватили в рожу бомбами две пушки. В дыму ничего не стало видно. Когда же белое облако поднялось к потолку, на полу в одной куче лежали измятые и растерзанные солдаты, пушки и генерал, а рожа бежала по комнате на руках, перекувыркивалась и скрипела зубами. Видя это, собачки упали кверху лапами, прося прощения. Лошадь брыкнулась, нянькин башмак стоял дурак дураком, разиня рот. Только пожарный с бочкой ничего не испугался. Он был красный крест, и его не трогали. «Ну, теперь мой черед», — сказал медведь. Сидел он позади всех на полу, а теперь вскочил, разинул рот и на мягких лапах побежал за рожей. Рожа кинулась под кровать. Медведь под кровать, рожа за горшок, и медведь за горшок. Рожа выкатилась на середину комнаты, присела, а когда медведь побежал, подпрыгнула и отгрызла ему лапу.
Завыл медведь и улез за сундук. Осталась рожа одна, на левую руку оперлась, правой погрозила и сказала: «Ну, теперь я примусь и за ребятишек, или уже с няньки начать?» И стала рожа к няньке подкрадываться, но видит свет на полу. Обернулась к окну, а в окне стоял круглый месяц, ясный, страшный, и, не смигнув, глядел на рожу. И рожа от страха стала пятиться, пятиться прямо на нянькин башмак. А башмак раздевал рот все шире и шире. И когда рожа допятилась, башмак чмокнул и проглотил рожу. Увидев это, пожарный с бочкой подкатился ко всем раненым и убитым и стал поливать их водой. От пожарной воды ожили генерал, и солдаты, и пушки, и собаки, и куклы. У медведя зажила лапа, дикая лошадь перестала брыкаться и опять проглотила чулок, а комар слетел с карниза и затрубил отбой. И все живо прыгнули по местам. А башмак тоже попросил водицы, но и это не помогло. Башмак потащился к комоду и сказал: «Уж больно ты, рожа, невкусная!» Понатужился, сплющился, выплюнул рожу и шмыгнул под кровать. А рожа на силу в картинку влезла и больше из-под комода ни ногой. Только иногда, по ночам, когда мимо комода медведюшка пробегает или едут на паровозе куклы, ворочает глазами, пугает. До новых встреч, друзья! Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, ставьте лайки, и вместе мы прочтем еще много интересных книг.